А вот это вот валяются эти листовки, которые выдавали товарищ Бабич и компания Отбют. Вот она, Юля. Как сказал им иностранец, голландец. It's not good. Но в политиках я просто пью пиво, говорит. Вот она, Юля. Можно не... Минуточку, ребята, подождите минутку, буквально, пожалуйста, я сниму. Минутку. А, пожалуйста. Видите, я вот журналист медиагруппы «Адвокат Консалтинг», я вижу, что вы убираете, ну, вот какие-то листовки, я заглянул, смотрю, это Юля. Можно я там потом парочку заберу? Вы не скажете, вот вы убираете, ну, вы считаете, это нормально или нет? Ну, стояли от «Батьковщины» люди и выдавали иностранцам, навязывали вот эти листовки. Неправильно. И отказывались, многие не брали, но многим просто сували в руки. Вот результат, да? Вот они лежат, значит, так я против. Побросали, значит, ты правильно сделали. На мусор. Ну, если бы это им в руки не всовывали, наверное, бы они не бросали, правильно? Я извиняюсь, а можно там будет парочку просто не мятых, я возьму с собой, возьмите, хорошо? Возьмите. Вот так вот, штук 5-10, если можно собрать таких не совсем мятых. Ой-ой, можно минутку? Вы звонили. А там не было движения, Лиля, она говорит, там все чисто. По Пушкинской очень грязно, а по Сумской она оттуда все чисто. Все, мы сейчас уже дошли до 36-го, а Витя идет с 54-го, потом пойдем вниз. Вот, про Юлю Тимошенко. Извините, можно у вас, вот смотрите, я возьму штук, ну вот эту пачечку, и там были еще, ребята, там были еще календарики, можно там достать, ну, 3-4 штучки с Тимошенко, еще можно. Вот. Да, да, да. Это пожалуйста. А еще парочку можно на память? Вот эти, то, что сверху лежат, а вот лежали, смотрите. То есть мусором вас сегодня обеспечили, да? 100%. А вот это, между прочим, вы видите, ноготь слазит. Это был перелом дистальной фаланги пальца еще в январе месяце. То есть именно на пикете Батьковщины, вернее на митинге, возле Качановской колонии, конкретно 6 января, конкретно 4 должностных лица партии ВО «Батьковщина», а именно тогда присутствовали заместитель областной организации Валерий Дудко, председатель Московской районной организации «Батьковщины» Лилия Авдеева, сейчас он исполняющий председателя городской организации ВО «Батьковщина» Александр Светличный, и некий Гриша Унанян, который является кандидатом в депутаты городского совета от ВО «Батьковщина» и активистом ВО «Батьковщина». Они препятствовали моей журналистской деятельности. Я брал интервью у харьковчанина. Оскорбляли вначале харьковчанина. Меня пытались выбить камеру из рук, выхватить у журналистского удостоверения. Оскорбляли. И после того, как, ну, собственно говоря, не поддался угрозам, скажем так. И именно Григорий Унанян неожиданно нанес удар каблуком по ноге, конкретно по большому пальцу. Вот результат был переломан. Была переломана фаланга, как там дистальная. Вот уже лето, до сих пор слазит ноготь.
болит, соответственно, и возбуждено уголовное дело по статье нанесения, как там, травм средней тяжести. Ну, и я лично буду, вот до сих пор не подали, хотя, по идее, даже и в заявлении указывалось на факт препятствования журналистской деятельности. До сих пор уголовное дело по этой статье не возбуждено. Я в ближайшее время буду подавать заявление в прокуратуру именно о возбуждении уголовного дела за препятствие журналистской деятельности. Теперь уже здесь на улице порядок. Дворники убрали, голландцы выкинули то, что им буквально впихивали в руки. В то же время там несколько человек, при мне есть на камеру, как сказал один человек, it's not good, никакой политики, я здесь просто пью пиво. Чего наши товарищи из Батьковщины никак не понимают. На этом стоп, нужно догонять голландцев.